Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Ванюк, и это вторая часть про мою жизнь. И начну с первого. Кстати, ребята, у меня сегодня день рождения, точнее, подходит к концу, примерно через час оно закончится. Он сейчас 23:00. Так вот, короче, учусь я в 7-й школе, и у меня есть две тройки, где-то 5 пятерок. 10 четверок. И все. Нам еще двойки не ставят. Так вот, смотрите, что мне еще подарили попе. Вот такой вот я клейку, смотрите. Смотрите. Подождите, я покликаю его. Сейчас покликаю и положу его. Все. Короче, ребят, как у меня новая прическа. Так вот, мне ее постригли вчера примерно. Так вот, смотрите, что мне еще подарили. Смотрите, какая акула. Вон там лежит. А вот это я сам сделал. Смотрите, я типа вот так вот надеваюсь. И я терминатор. Вот так вот я вроде одеваюсь. Вот такая... Ее держать нужно в зубах. Это с той стороны сзади. Кстати, я акула. Но почти больше, чем я. Так вот. Еще расскажу, кто у меня есть друзья. Там, так вот. У меня там есть друг Даня, Даниэль. Еще кто там? Аделина, которая перевела в другую школу. Ева, моя подруга. Еще кто? Кто-то забыл. И, наверное, все. А, еще Олег у меня друг такой. Олег. А, кстати, самый лучший друг. Это Даниэль. Потому что, смотрите, я с ним все время играю в Roblox. Но, типа, мне делать нечего. Он сейчас не может почему-то. Ну, он раньше почему-то играл. Кстати, это хороший друг, потому что я когда играю в Roblox, вы уже видели видео, вот только я не могу там звук включить, вот почему молчал. А вот видео про Geometry Dash я говорил просто, ну что-то с микрофоном не так. Так вот, короче, ребята, если мне купят Android... Я канал новый начну и выложу вам все видео, которые у меня здесь есть. Если что, я его назову так же. Вот только